Меня зовут Маша Мишуоглу. Я живу в селе Кирсово, регион Гагаузия, Молдова. Я делаю брынзу уже 25 лет. Сейчас у нас дома есть 5 коз. 4 козы, которые имеют молоко. В этом году на эти 4 козы я имею 240 литров молока. Сейчас я 2 дня буду иметь молоко. Утром 60 литров, вечером 40 литров. За 2 дня я буду брать 200 литров. Из этих 200 литров молока, я думаю, там будет 50 килограмм брынзы, я думаю, будет. Эта брынза мне будет хватать на 1 год. Мы в семье живем 5 человек. Я думаю, эту брынзу в течение года мы ее скушаем. Продавать не будем. Есть бакфон. А здесь больше половины. Угу. Я ставлю на молоко, чтобы она принялась. Чтобы она схватилась. Схватилась. Угу. Пробуй такие. Да. Так, каким призопы? Где-то полчаса. Что-то там уже на коло? Когда холодное молоко, она не схватывается. Ее нужно сохранять, чтобы она была теплая. Я сейчас поставила в ней пепсин, и я буду ждать где-то 40 минут. Вот здесь, видишь, молоко как стало. Вот. Уже здесь не молоко. Вот здесь тоже есть. Такую, а вот та сулу. Не, сейчас. Дай что-нибудь. Оставь их на ту тарелку. Настя. С этой стороны тоже. Настя. С этой стороны тоже. Видишь, там уже вода уходит и остается только самое. Ты так и будешь отсюда суратку брать. Я так и думала. Тяжелое что ставишь? Вот так. Это груз. Это пресс. Да, пресс. Чтобы эта вода стеклась и осталась только сухая брынза, чистая. Без соли брынза не живет долго, она портится. А когда она соленая, можно 1 год иметь эту брынзу. Как насолила эту брынзу, она пускает свой сок. И она в этом соленом соку, она и будет всю зиму сохраняться. Это готовое. Она пускает свой сок.